сердце, денег побольше, здоровья, успехов. А у вас мало? А он что такое розовый? А где шискат? Нет. Если бы был, он бы был здесь. Давайте помогите мне уже позвать. Дедушка Мороз, ты где? Дедушка Мороз. Слушайте, тишина не слышит. Дедушка Мороз. Да где ж он спрятался-то, ну? Ура! Дедушка Мороз! Здрасте, здрасте! А мы вас что-то и не ждали даже! Родилась елочка в лесу, она росла зимой и летом, стройная, зеленая была. Зимой и летом, стройная, зеленая была. И не пела песню про елочку бай-бай. Мороз лишь полный путывал, смотри, не замерзай. Мороз лишь полный путывал, смотри, не замерзай. Зайчика! Зайка с елочкой скакал, и ты мог листою пробегал, и твою узель, и ты мог листою пробегал. Вот она нарядная на праздник нам пришла, и много-много радости детишка принесла. Праздник елки новогодний, лучший праздник зимних дней. Пусть стихи звучат сегодня, я послушаю людей. Кто-то станцует. Ну, конфетку дайте. Мне дедушка подарочки раздал. Нам на елку, ой-ой-ой, Дед Мороз пришел живой. Что за дедушка Мороз? Что за шапка, что за нос? А борода-то борода, а на шапке-то звезда. Она на носу так крапина, а глаза палки. Они обязательно про елочку. Казачка? Никто больше не будет стихотворение дедушке рассказывать? Дедушка, все... Ой, дедушка, на коленочку можно присесть, рассказать? Надо только не тот покрыть. Так, дедушка, ну, послушал, спели все. Хорошо, понравилось тебе, дедушка. Ну, давай подарочки. Дедушка, Джейсов оставлял. Маленький, все подарочки мы чтоб не поместились. А мы поможем дедушке. Вот так вот. Вот это дедушка волшебник, да? Да. Спасибо. А чмокнуть можно в щечку? Можно. Можно фотографироваться. А, дедушка. Заслужил.
чай и на каску вам дает, чтобы вы были все здоровы и хорошели с каждым днем. Спасибо, Лена. Спасибо. Спасибо, Снегурочка. А теперь уже на память о нас и нашей встрече предлагаю фотографии семи куликовечек. Все вместе сфотографируемся. Чтобы не кушать вам в столовой, учите лист лавровый. Да, приятным был зубной пасту служить и получить. Вот видишь, как ты поступила. Аня, давай. 9. Так, 9. Это диво, так уж диво, выиграть баночку пива. Кому-то Аня, баночку пива. 10. Ой, умерла та курица, что несла золотые яйца. А раз исчезло золотое, то лучше шоколадное. И дал бы тебе хорошо и выпить, и закусить. Да, поиграться еще потом. Наташа, нет, вы должны были огорчаться. Вам удача новая. Вам досталась горчица. Вкусная столовая. Здорово. Натулек под холодец. Под холодец. Да. Следующее. 8. Чтобы хранить красивую прическу, вам подарить прическу. Какой год прическа. Наташа. 7. Ты со спутницей такой никогда не унывай. А мочалки же от тебя не любовь. Если дрёная мочалка, то хорошо. Ой, спасибо. Ламурная. Ламурненькая. 5. Чтобы выглядеть моложе, чтобы улыбку всех принять, это выигрыш хороший. Да. Ой, ну все. Помолодею на лет 40. 4. Эх, счастливой надо быть, чтобы горошек получить. Ой, здорово. 1. Чтоб всегда красивой быть, крем спешите получить. Здорово. Спасибо, конечно. Так, все складываем. Как куркулите. Себе приз, как только слышите. Однажды щуку мы поймали, рассмотрели, что внутри. Девчонки, по одному. Рыбешек мелких увидали, не одну, а три, пять. Мечтает парень закаленный стать олимпийским чемпионом. Смотри, на старте не хитри. Команду! Раз, два, пять! Обратно, ну, ты же три успела. А, да? Взяла, да. Ну, я взяла. Когда стихи запомнить хочешь, их не зубри до полной ночи, а про себя их повтори. Разок, другой, а лучше семь! Однажды поезд на вокзале мне к 3 часа. 3 часа! Пришлось. Ну что ж, друзья, вы приз забрали. Я ставлю вам оценку 5. Ура! Так, подняли все вверх приз. Я верю, что есть. Ситечка теперь будет. Да, да, я думаю, у меня такая ситечка есть. Да. Да, ага. Ну, 4 приза вообще на самом деле. Ой, ребята! Тихо. Эй, приятель, не зевай, рукавицу передай.
передай ее по кругу, передай скорее другу. Не успеешь передать, значит, тебе сугробом стать. Превратишься ты в сугроб, как услышишь слово «стоп». Я же сказала, ты большой сугроб. Большой мой, да? Так, отдавай Миле. Еще раз. Эй, приятель, не зевай, рукавицу передай. Передай ее по кругу, передай скорее другу. Не успеешь передать, знать тебе сугробом стать. Превратишься ты в сугроб, как услышишь слово «стоп». Не посмотри на нее, а то ребенок. Так, еще один сугроб у нас. Ну, еще по одного. Так, вас так. Эй, у кого? Эй, приятель, не зевай, рукавицу передай. Передай ее по кругу. Передай скорее другу, не успеешь передать, как тебе сугробом стать. Превратишься ты. Нет. Превратишься ты в сугроб, как услышишь. Так, у кого стоп? У тебя. Прекрасно. Ладно. Так. Теперь из рукавички все по одной записочки. Сугробы, сугробы. Вытаскивайте. Сугробы. Центр все встали. Так. Подожди, ну можете читать. Так, с кого начнем? Давай, Наташ. Давай, Анатолий. Читай. Ах, я какая красивая. Так. Ах, я какая премудрая. Какая я удачная. Нет, надо какая красивая, только в разных тонах, Наташа. Красивая, только в разных тонах. Ах, какая я красивая. Какая красивая. Молодец. Так, следующий сугроб давай. Давай, читай. Маленькая елочка пула. Мы под елочкой. А ты задание-то прочитай, чтобы другим понятно стало. Ой, песню маленькой елочки пула. Сегодня, если ты была сильно пьяна. Ладно, удалось. Третий сугроб. Пойдет за порог с труду и не, а я.
снизок, а порог синий-синий. Под полок ледяной дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог всюду иней, а из окна порог синий-синий. Как пойдешь за порог всюду иней, а из окна порог синий-синий. Ходила на охоту, хранила серебро, сажала тонкий месяц в хрустальное ведро. Деревьям шубы шила, тарила самый пик, а после в лес спешила, чтобы не заснула. Ледяной скрипучей, скучая, зашуршала стеной, как колючая, как пойдешь за порог синий, а из окон порог синий-синий. Потолок ледяной скрипучая, зашуршала стеной, как колючая, как пойдешь за порог всюду иней, а из окон порог синий-синий. Это мои сыры. Ладно, хорошо, одевайся, девушка. Не надо. Она уже приедет. Завтра приедет. Может быть. Такая девушка. Родная женщина моя. А где ваше радио? Ну, радио, это радио. То ли на радость. Моря и океаны для тебя, цветочные поля.